Всем привет, с вами Вика Пава и Юля Юдя. Сегодня мы снимем распаковку вот на такую штукенцию. У нас их две, так что сейчас вам покажем. Нам не повезло, нам попалось одного вкуса. Сейчас мы ее открываем. К сожалению. Да, к сожалению, большому. Вообще там на картинке, где мы покупали, было другое. Нарисовано. Это яйцо. Это яйцо. Подожди. Да. Может, в других пачках не яиц. Надо было все купить. Угу. Интересно, сколько денег? Да, вот такое вот яйцо. Ну все, давай. Раз. Давай, чок. Сегодня не это не пас. Ладно, все. Он с каким-то малиновым вкусом. А. Ну, внутри еще какая-то штука. Да, внутри какая-то начинка. Соло на 28 копеек. Угу. Давай теперь оценку. Как ты, насколько ты ее оцениваешь? Девяточку. Семерочку. Ладно, всем пока, с вами была Вика Пава и... Юля, кстати, покупайте эту продмир.